нашей сегодняшней такой солнечной творческой встречи и начала этого праздника мы сыграем вам одну из самых известных композиций джазовых. Как говорит один наш хороший друг, джазовый музыкант, саксофонист Дмитрий Попов, джазовый концерт без песни «Караван» не джазовый концерт, поэтому, поскольку она сегодня все-таки джазовый, так что для вас, дорогие друзья, звучит знаменитая композиция Дюка Эллингтона «Караван».
еще другие друзья. Никита Орешев за фортепиано. Вадим Михайлов за контрабасом. Сергей Коротков за барабанами. Спасибо. И солнечных вам дней, и хорошего вообще настроения, и всего самого лучшего, любви, тепла, и то, что вы сами себя познаете. Спасибо! Вам тоже!